Добрый день. Здравствуйте. Игорь Олегович хотел сам приехать, но в этой ситуации пока не может. Но примите пока подарок. Спасибо, спасибо. Поручил нам это сделать. Мы всегда это самое помним. С Новым годом. И знаем, что всегда забота о детском доме-интернате есть. Под постоянной опекой благотворительного фонда Игоря Маркова находятся три интерната города. Но помощь оказывается многим. И вот сегодня, тоже в преддверии Нового года, мы получили телевизор и прекрасные тюнера для того, чтобы наши воспитанницы не только в новогодние ночи и новогодние праздники, а и постоянно пребывая здесь, в детском доме-интернате, могли смотреть нужные для их развития передачи. На очереди школа-интернат номер 87. За его окнами нарядная елка, снежинки и гирлянды. Многие из воспитанников уехали на зимние каникулы домой. Остальные с нетерпением ждут подарков. Шустрая детвора с легкостью расправилась с огромным количеством подарков. Каждый унёк сколько мог. Все очень довольны и выражают только благодарность. Хорошие подарки. И главное, наверное, даже не подарки, а внимание, что еще есть такие люди, которые помнят о нас, и я им очень благодарна. Дружный коллектив, друзья хорошие, добрые, вы очень-то доброприятливые, вы очень-то хорошие, классы. И спасибо, что спонсоры нам дали вот такое. Это самые лучшие подарки, которые я видел. Директора детских домов отмечают, что сейчас обеспечены всем необходимым и благодарят за помощь. Игорь Олегович, у нас давняя дружба и давнее сотрудничество, и, как всегда, мы чувствуем его помощь и поддержку. И даже сегодня мы ощутили его поддержку в виде игрушек, развивающих для наших деток. Несмотря ни на что, работа благотворительного фонда Игоря Маркова продолжается. Игорь, увы, сейчас не может это делать сам, но при помощи нас у него дело, которое он начал, идет, не останавливается. И поэтому мы очень рады смотреть на детей, как они радуются. И так действительно условия очень тяжелые, но хоть какую-то минутку радости, какую-то минутку счастья. Вот сейчас посмотреть на их лица, с какой радостью они разбирали эти подарки. Для них это настоящее чудо. Новый год – это вообще чудеса. И вот, мне кажется, сейчас на какую-то долю все-таки эти чудеса исполнились, и детки получили эту радость. Дай Бог им здоровья. За один день поздравить всех не удается, но до Нового года еще есть время. Татьяна Шлектенко, Алексей Сорокин и телекомпания АТВ.